of 1942, British Prime Minister Winston Churchill went to Russia to meet his allies. Whatever our suffering, whatever our toils, we will continue. Какие бы страдания, какие бы трудности нас не ожидали, продолжать борьбу рука об руку, как товарищи и братья, до тех пор, пока последние остатки гитлеровского режима не будут превращены в прах, оставшись в памяти примером и предупреждением для будущих времен. Правда, интересы союзников в борьбе с фашизмом имели свои зоны противоречий, что требовало от СССР, наряду с отношениями сотрудничества, сохранять традиционные каналы получения информации. Одним из главных источников была лондонская резидентура. Практически все материалы о тайных англо-американских переговорах, а также планы союзников о переделе Европы по окончании войны, своевременно поступали руководству нашей страны. Работа на советскую разведку им не оплачивалась. Отказались они и от высокой пожизненной пенсии. В 1929 году в Англии на выборах победили лейбористы. В 1931 году кризис в Европе принял характер катастрофы. Социалистическая модель стала чрезвычайно привлекательной для значительной части интеллигенции, включая студентов Кембриджского университета. В 1933 году Гитлер победил на выборах в Германии. В том же году в Австрии коммунисты попытались укрепиться во власти. Им противостояли фашисты сначала австрийские, а потом и немецкие. Ситуация резко обострилась. Дело дошло до уличных боев. Интеллигенция, как правило, сочувственно относилась к левым, понимая, чем грозит Европе активизация фашистской идеологии, борьба с которой для некоторых стала делом жизни. Им казалось, что есть такая сила, которая в состоянии устоять и победить в этой схватке, и этой силой для них была коммунистическая идея. Характерной чертой 30-х годов в истории советской разведки был приток в ее ряды по идейным соображениям выходцев из Центральной Европы, где вытесняемые из государственного пространства, из симпатии, относясь к Советскому Союзу, оказывались в Москве в надежде противостоять фашизму. Арнольд Дейч прошел по этому пути. В 1933 году было принято решение создать нелегальную резидентуру в Лондоне. В качестве первых разведчиков, нелегалов, туда были направлены Игнатий Рейф, как руководитель этой резидентуры, и Арнольд Дойч. Арнольд Дойч весьма любопытный фигур. Это человек, который окончил в Австрии университет, он защитил докторскую диссертацию, работал некоторое время в Коминтерне, и так он направляется в Лондон. Но по дороге он заехал в Австрию, в Вену, где привлек к сотрудничеству одну из своих тоже австрийских знакомых, зовут ее Эдит, и она впоследствии сыграет огромную роль в становлении советской разведывательной сети в Великобритании. В 1934 году, весной, то есть примерно в это же вот время, когда прибыл Дейч, в Лондон из Австрии возвращается Ким Филби. Ким Филби – выпускник Кембриджского университета, который в то время, когда уже предстояло ему сделать выбор своей будущей профессии, своей будущей карьеры, сделал этот выбор в пользу дипломатической службы. В Австрии же произошла у него встреча, которая оказалась для его личной судьбы и в дальнейшем для его выбора весьма важный. Он снимал квартиру у австрийских коммунистов,
И в этой семье была дочка, ее звали Лидце. Так вот, когда уже дело в Австрии дошло до столкновений и опасности того, что коммунистов будут арестовывать, бросать в тюрьму и просто убивать, они поженились, и как жену он ее вывез в Великобританию. И так Филби приезжает из Австрии со своей молодой женой Лидце. И где-то под майские праздники Лидце решает навестить свою подругу, знакомую по Австрии, ту самую, с которой уже установил доверительные отношения Дейч. Она посещает ее вместе с Кимом. Эдит сразу увидела в Киме Филби такую многообещающую фигуру для разведки. И после встречи сообщила о нем Дейчу. Встреча должна была состояться в Риджент-парк. Это почти центр Лондона. Они же несколько часов туда ехали. Меняли виды транспорта, пересаживались из такси, ехали на метро, на автобусах, в общем, путанными путями что-то. И в конечном итоге Эдит пришла, привела его в Риджент-парк и подвела к скамейке, где сидел мужчина, довольно молодой. Представила их друг другу и удалилась. Ну, беседа была длительностью около часа, как Филби вспоминает. Результатом ее было предложение работать на антифашистскую организацию. Дейч не раскрыл ему, что речь идет о работе советской разведки. Филби дал согласие сразу. Как впоследствии он говорил, колебания неуместны, когда вам делают предложение присоединиться к элитной организации. Вскоре после того, как Дейч и Филби встретились в Риджент-парке, в Лондоне появляется еще одна фигура, которая была весьма важной и значительной для того, чтобы вербовка Филби получила продолжение. В Лондон получает назначение разведчик-нелегал Александр Орлов. И он тут же поставил задание попросить Филби дать ему список еще нескольких лиц, которые, по его мнению, могли бы представить интерес вот для такой работы. Филби съездил в Кембридж и привез список из 7 лиц. Орлов сразу же, проанализировав его, сделал выбор в пользу 2. В пользу Дональда Маклейна и Гая Бёрджесса. Маклейн был также весьма интересной фигурой. Он был сыном министра одного из британских правительств, был прекрасно образован, также закончил Кембридж и также сделал, в общем-то, выбор в пользу государственной службы. Когда Филби беседовал с Маклейном и предложил ему работу, как он сказал, с очень интересными людьми, работу антифашистскую, подпольную, как тогда говорилось, он некоторое время колебался. Спрашивал, Коминтерн это или нет. Филби сказал, нет, это не Коминтерн, это нечто более важное. Могу ли я посоветоваться со своими знакомыми? Он сказал, если ты посоветуешься, забудь о моем предложении. Маклейн ушел. Но через 2 дня он связался с Филби и сказал, я согласен. Бёрджесс. Он замечает, что Маклейн изменился. Да что, да как, вот почему ты, я вижу, что-то произошло у тебя и так далее. И так долго его донимал, что Маклейн ему сказал, в чем дело, что он занимается важной работой. Поскольку резидентура не была уверена в том, что Бёрджесс не проболтается, поскольку он человек был очень говорливый, весьма общительный, мог не придать должного значения вот этому признанию Маклейна, то собрали маленький совет. Значит, был Дейч, Орлов и Филби. Все трое они встретились и обсуждали, что делать. Филби вспоминал, что я, говорит, был человек в этом деле неопытный, не знал, что делать. Дейч и Орлов долго это обсуждали. Орлов твердо сказал, что нужно привлекать и Бёрджесса.
и не тянуть с этим делом. В это время в Европе, точнее, скажем так, в Австрии, произошел провал серии австрийских паспортов, которыми пользовалась советская разведка. Называлась серия 500. Почему? Потому что источник, который эти паспорта поставлял, брал за них 500 шиллингов. Естественно, из Австрии пошла информация циркулярная в полицейские аппараты других стран Европы о том, чтобы обращать внимание вот на эту серию паспортов. И полиция лондонская заинтересовалась Игнатием Рейфом, который жил по такому паспорту. Пригласили его в ВВД для беседы. Он увидел там папочку на себя. Ему сказали, что будет лучше, если вы уедете. Рейф уехал, остались Дейч и Орлов. Ну, с Маклейном было решено сразу направить его на работу в Министерство иностранных дел Великобритании, в Foreign Office. Закончив подготовительную школу и успешно сдав экзамены для поступления на государственную службу, Дональд Маклейн был принят на работу в Foreign Office. Орлов был вынужден покинуть Англию. Опять же, в силу непредвиденных обстоятельств. Его узнал британский профессор, у которого он учил английский язык, находясь на подготовке в Австрии. И британский профессор в Австрии знал его как советского гражданина. С отъездом Орлова из Лондона Дейч остался один. Естественно, резидентуру нужно было укрепить. Выбор пал на Теодора Малли. Многие говорят, что это был священник, который перешел на сторону советской власти. Это не так. Это миф. Он действительно учился в духовной школе. Он действительно получил сан, но затем низложил его и ушел в армию. Попал в плен в 16 году. В 18 году он был освобожден Красной армией и вступил в ее ряды. Сражался там до 21 года, после чего был приглашен на работу в ЧК. И когда Орлов выбыл из строя, скажем так, временно, центр решил, что Малли должен заменить его на посту руководителя лондонской резидентуры. И вот тогда было принято решение расширить агентурную сеть вот по линии политической разведки.